Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть работает. Да они будут работать 5 минут максимум. Минут. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, трехотня даже начала. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай вторая ебанем? Не надо. Не надо. Он уже проехал бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтоб не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. Блядь, что ты тупишь, по 144 они будут работать, едь. Они тупо будут заходить туда, блядь, я понял. Че работать будет? Че не с чем будет? Тут непонятно, тут на два направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших на СВТ будет работать. А, и СВТ, АГС и сапог. Там, я как бы не сапогом, по своим не заебали. Поехала, поехала техника. Наблюдаю, поехали. Два танка, 5 бронемашин. Наблюдайте, Птурон, скажи. Птурон, юрист, работайте. Идет два танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по БФа может ебать тоже. 8 бронемашины. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашины на сос. Пизда, сейчас танк рас. Саратов, там один наш там. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну один Алеша, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, Алеша не танк, ёпта, блядь, который на Володаровке. Ты смотри. Ну, один наш, остальные не наши. Саратов, там, скажи, пусть пом... Ты туда мне, блядь, наведи, нахуй, на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь, нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да они видели. Птурон, работайте, пизда. Птурон, работайте. Когда наблюдают... Блять, пусть поддержу чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или. Сапог, видишь технику в поле. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректирую огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Нет, въебали первую. Блять, на бэхе с МСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропский, блядь. Я по Укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, хуяйте с НЦВТ, с пулеметом. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем две.
кону пускай работает. Да, внимание, внимание. Бля, бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там. Второй Укропский. По нашему кондерову не стрелять, не стрелять. Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НЦВТ не спроси? Мужичок, явитесь, прием. Мужичок, явитесь, прием. Не работает. Блядь, ебать, накрыли нахуй. Четыре техники сразу, прям, ай, блядь, я ж пизду как. Ты видишь, а? Хуярим, хуярим. Блять, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блять, ебать он Рекс, сука. Просто пизда. Где Рэмбо? Смотри, он был. Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают нашу, еще МЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк, танк отлетел, Укропский. Блять, пусть прикрывают, пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда, им пизда. Скажи, наблюдаю, Блять, охуен! И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот? Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Ебать, бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе. Он притык, нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, че у нас, че по расходу. Спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Пусть нахуй он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блядь, меня интересует, блядь, откуда отсюда. Им пизда всем там пришла. Пизда. Они четыре техники стали, нахуй все разлетелось. По 124-й пока сейчас не наблюдаю них. Нихуя не отходит. Они все на 144-й стали, их там накрыли. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. С какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там три танка на минах ебалось. Захуй их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Они на минах. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Одну или нахуй? Я понял, мы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все ставить. Хорошо, заебись. Ой, в огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались, нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блять, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет, нахуй, с поддержкой. А где эти три танка, нахуй? Что, Мадрид обратно ебанул? Да, я ебать, вообще конченый, нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб, нахуй. Он к ним чуть как этот, как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас я сказал, что все на перезарядке. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, там было. Они на месте стоят, стреляют. Как понял меня? Да,